Мы планировали поехать в Випетено, последний городок итальянских, ну, итальянского Южного Тироля. Потом я подметил, что ехать-то всего 50 километров до Инсбрука, который как-то меня судьба не заносила. И вот мы по-быстрому взяли и махнули. Сейчас мы уже в Инсбруке. Тоже солнечно, но немножко прохладнее. Все-таки здесь посевернее, такой приятный воздух горный тоже. Хотя сам Инсбрук находится в большой-большой долине. Мы погуляли по улице Марии Терезии в Инсбруке. А сейчас вот движемся Фридриха, кайзера Фридриха, так, герцога, во, герцога Фридриха, вспомню, как называется правильно. Там, собственно говоря, главная достопримечательность Инсбрука – это дом с золотой крышей. Вот отсюда видно, собственно, это не дом, а всего лишь балкон, но там, правда, позолоченные медные пластины. Много-много уже там десятилетий или даже столетий является таким вот украшением Инсбрука. Это вот общий план Марии Терезии. Все такое очень австрийское, как я люблю. А мне итальянское больше, конечно, нравится, но австрийское тоже есть место в моем сознании. Так это выглядит. По-разному говорят дом золотой крыши, но другие уточняют золотая крыша. На самом деле балкон, крыша балкона. Настоящий австрийский дом. Были такие целые века, когда австрийское все было в моде. И союзники наши частенько не бывали, и враги, и воевали, и дружили. Всякое бывало.
Триумфальная арка. Надо бы поинтересоваться, в честь чего она тут воздвигнута. Тоже были не лишены тщеславия, как и наши. А, ну Мария Терезия, да, и Иосиф II. Да, в общем, город несколько напоминает Зальцбург, конечно. Все-таки, мне кажется, Зальцбург такой утонченный, что ли, больше. Но вообще напоминает. Инсбрук, Зальцбург.